5 бутиков, начинает открытые в течение от вечернего времени до часу ночи. Они делают здесь диджей, делают, как вы видите, приятную атмосферу, делают специальные цены для жителей Петербурга. И 35 ведущих магазинов, которые создают направление моды в Петербурге, они со своей стороны участвуют в этой акции и совместно делают интересную программу. Это новый уникальный формат, и нам кажется, что если у всех мировых столиц существуют прекрасные фееричные мероприятия вроде Fashion Night Out, то почему в Петербурге, мне кажется, ну, цитадели культуры, искусства и моды, не сделать нечто уникальное, что привлечет фэшиониста, собственно, со всех концов буквально нашего города, которые хотят в один вечер получить удовольствие, передвигаясь из одного бутика в другой. Шопинг сегодня – это главное фэшн-событие Петербурга, которое объединяет более 30 главных люксовых магазинов Петербурга. Louis Vuitton, Dior, Bosco, Ничелледжи и, конечно, эксклюзивные магазины, которые есть только в Петербурге, и Москва не может похвастаться их наличием. Это Maison Martin Margiela, это Comme des Garçons. Что Dior предлагает своим клиентам в рамках White Night Shopping? Сегодня Dior предлагает, это, конечно же, безупречный макияж, тон лица, глаза, губы, полностью макияж. Рождество славится всегда, это блеск, это золото. И Dior в этом году тоже подчеркивает эту тенденцию. Золото в моде, золото в тренде, поэтому Dior предлагает даже золотые губы. У Dior вышла коллекция «Рождество», где одна из помад представлена в золотом цвете. Представляли фрагмент коллекции «Весна-лето», «Весна-лето» 2012 года, и для клиентов бутика «Bosco» подобрали 16 луков, самых интересных, самых ярких, отражающих концепцию, как бы, коллекции, концепцию марки.